Всем привет! В эфире «Народный патруль». Лето в самом разгаре, и если в областном центре хоть иногда светит солнце, а люди выбираются на пляж, то на трассе ситуация значительно хуже. Федеральная автодорога Колыма, Колыма-Индигирский перевал, 12 июля. Час шел. Слой хороший. Медведи с каждым днем подбираются все ближе и ближе к городу. Так, один косолапый появился на заправке. И это уже потребовало срочного вмешательства полиции. Вот так вот. Медведи валят на заправке. На объездной. Колымчане, выезжая в отпуск, приобщают к нашей культуре местных жителей. Уже сегодня тайцы поют наши песни, а завтра, возможно, и к нам в отпуск прилетят. Знаешь, какие у нас северные ветры. А ты знаешь, какие у нас снегокилометры. Давай! И поляны ночи длинны, это вам знаком. Письмецо в конверте, письмецо из дома. И полетят Москва, Магадан. Посылочки, посылочки, посылочки. И долетят, как весточка к нам. Пошли удачу, пошли удачу, пошли удачу нам. Привыкшие ездить по городскому бездорожью, магаданские автолюбители легко справляются с экстремальным вождением, год за годом показывая свое мастерство на соревнованиях. Российские паралимпийцы раз за разом доказывают, что они одни из сильнейших в мире. А все почему? Потому что хочешь не хочешь, а тренироваться будешь. Летом через ручей перепрыгивать, зимой по скользкой дорожке бежать или вообще загипсованной ногой скакать по больничным корпусам. Не успели навести порядок во дворе, как чайки разнесли мусор с баков. Решить эту проблему могли бы контейнеры с крышкой. Вот, вчера уборщица навела здесь порядок. Буквально все чистенько было. Не было этого мусора. Ну, может, там где были пакетики, но, по крайней мере, было чище, чем сегодня. Виновники торжества, чайки, которые разносят не только на этой помойке, так и на всех остальных помойках. Разносят все, гадят на машины и тому подобное. Вот мне такой вопрос, когда же у нас будут мусорные баки с крышками, как на Лукса, не помню дом какой, там вот стоят такие, и там чистенько, вот там есть такие баки у нас с крышками. Там нет такого, чтобы чайки разносили мусор, да и как бы уже не тот век, чтобы у нас были обычные мусорные ящики. Сняли интересное видео о городе и его проблемах и радостях? Присылайте его нам на номер WhatsApp 8-924-850-26-62. И мы покажем его в эфире. Авторам лучших роликов дарим подарки. На сегодня все. Пока!